Ребята, очередной матч финала. Мы уже два сегодня записали. Они решающими наконец-то, не стали. Наконец-то. И следующая игра у нас стартует. И стартует, да. Решающий матч. 3-3. И поэтому... Что это за лига? Ты опять перешел. IHLFK. Вам понравилось? Я думаю, отстаньте. В такую лигу занесло рыбача. Потом будет дальше. В эти дни мы пробились в финал этой лиги. И тут... Бьемся с Каролада, с Колорадо. Счет 3-3. Неизвестно, чем это закончится, потому что команды поставили одинаковые карты. Вот это просто интересно. Смотрим матч, поехали. Ну давайте, поехали, ребята. Мои ребята, давайте. Ну что, Колорадо начинает. Не отпускать и подальше. И лупул. Лупулка моя. Ух ты, немножко не пошла. Ничего. Держать. Ну да, вот так вот. Торресон, тебе нужен. И гол! Лупулка забил. Джоффри Лупул 1-0. Ред Буч выходит вперед в главном матче недели своей. Поехали дальше. А Колорадо начинает свою атаку. Да это... Опасно, Григоренко 1-1. Вот это да. Что скажешь? Когда ж ты удалишься? Колхозная боевая, пока, ребята, давай держаться. Ну что, 1-1, вот так это... легко сравнял. Ну Колорадо, что? Лупул. Дацук, Буторосом мог забивать Патрик. Да, мог. И вот он шанс, но пока не получилось. Ну и... что, Лупул начинает атаку, снова Ред Буча, снова и... Лупул и Григо. Ах, немножко не получилось. И Лупул. Ох. Опасно, перерыв. Первый... Так, второй, значит, ну, второй, Дацук, Лупул, Дацук, Варламов. Вот, спокойно. Это интересно. Да, будет интересно до сирены. Точно. Ну, ребята. Григоренко с Дюшеном тут разыграли. Да нет, Сорокин это спокоен. Все. Так. Ой, какой подарок тут. А вот это уже хорошо. В зоне сейчас будут брасывания. Удаление, угол! Да! Торресен! Отлично! Отлично! Ну что, тает лед в зоне Колорадо, 2-1, впереди Ред Буч, Денисов! И в обратку, и... Эх, не получилось. Пытаются игроки. Опасно, Тютин, гол! Вот это неожиданно, да. Да, не то что неожиданно, так же легко снова сравнял Колорадо счет этом матче. Теперь уже Лупул начинает атаку Ред Буча. Дацук, Торресом продавить! Да! Гол! Как это случилось? Патрик Торрес! Как? Молодца, вот это вот да! Вот это да! Я даже не видел, он просто продавил. Просто, да, так. И... Ну что, а давай четвертую, и Патрик пятую. Торресен, тогда, Лупул! Сначала четвертую, Торресен, Лупул! И в центре Лупул! Да шо ж такое-то? Все брызжет у тебя, Алексей! Да потому что третий период начинает... Оставь, пожалуйста! Идет. Колорадо надо сравнивать! И... Это нужно. Ну что, Дацук, Лупул! Давай, Джоффри, забить! Да что ж не подавил? Мог Джоффри ставить точку! Опасно! Нет, Сорокин! Сорокин просто спас команду! Лупулка! Да что ж такое-то? Что творится? Фу, да. Ну, и давай сбрасывать. Опасно, Варламов. Держать. Ну, вот он шанс. Эх, не можем. Ну, ничего. А вот это вот опасно, это, Григоренко. Вот это... И снова Григоренко, Сорокин. Ну что, 5 минут, Леша, 5 минут, и ты чемпион. Тихо. Лиги, которую ты Торосенко вначале называл. 4 минуты. Ред Буч может выиграть то, что не мог выиграть почти никто. Так, ну, и Лупул. Ну! И обратно туда ее, ну, пожалуйста. Да-да! Да-да! Ну что, Ред Буч чемпион, ребята? У-ху-ху! Ред
Будь чемпион. Красава. Джоффри Лупу. Михаил Григоренко сравнял. Патрик Торресен. И браво, снова браво. Патрик Торресен. Торресен, молодец. Ну что, Леша, какие комментарии? Понравился тебе сегодняшний вечер? Мне понравился. Ты понимаешь, ты чемпион, ты обыграл всех. Вот это неожиданно, но очень прикольно. Ты обыграл просто всех. Ребята, поблагодари всех за участие. Благодарю и пойду выпью. Да. И думаю, за всех меня тоже выпьют. Ну что, Red Bull чемпион, он пошел выпивать. Ребята, спасибо за участие, это было круто. Ну а да, мы вас ждем на наших турнирах. Всем пока. Red Bull вперед. Браво, браво! Поехали! Езжай. Все, всем пока. Пока-пока.